Всем привет, ребята. Ну, я на рыбалке. Футбол я сегодня смотреть не буду. Но прогноз я на Суперкубок России дам. Вот, сразу говорю, рыба не клюет. Блять, мы уже в заповедник приехали. Один хуй она не клюет. Ничего не поймали вообще. Вот, ну и ловим дальше. Теперь про футбол. Локомотив Зенит или Зенит Локомотив. Что тут можно сказать? Слушайте, ребята, да все что угодно, непонятно в каком состоянии команды. Вроде Зенит много забивает в предсезонке, да, но что там будет, как, непонятно. Может и выиграть Зенит, может и Локомотив. Вполне вероятно, вот, что Зенит забьет не меньше двух. Вот если на голы ставит, то я думаю, Зенит больше полутора. Там 1.69 коэффициент, но можно взять Зенит больше двух. Напомню, в прошлом матче Зенит забил 6 Локомотивов. Вот, что я вообще видел в предсезонке Зенита, это то, что они забивают, у них хорошая атака. То есть у них сейчас хорошая атака, Малком играет, в принципе, все прекрасно. Вот, если ставить на какую-то команду, да, то я думаю, Зенит должен выиграть 2 мяча. То есть, возможно, Зенит с фора минус 1. Вот. Я лично какие-то деньги здесь ставить не буду. Ну, во-первых, я на рыбалке. Во-вторых, этот матч не для подъема больших денег. То есть рисковать деньгами большими я здесь не хочу, даже средними деньгами. Но прогноз я свой дам. Вообще всех ставок, всех прогнозов, на мой взгляд, самое оптимальное – это взять фолы. Количество фолов больше 25,5 за коэффициент 1.94. Еще вчера вечером там был тотал 23,5. То есть его папаны уже, блядь, ставят конкретно на фолы. Вот. Ну, конечно, 23,5 фолы в таком матче это очень мало. Поэтому папаны и ставили. В принципе, сразу же, когда этот матч появился, да, фолы, мне сразу он привлек. Почему такие фолы были 23,5? Да потому что после чемпионата Европы все думают, что такое же судейство будет. Да нихуя не будет такого судейства. Это только на чемпионате Европы. Это английское судейство было. Английское суходрочильное судейство. Вот. Поэтому, ребята, мой прогноз на этот матч, мой прогноз, это количество фолов, тотал фолов больше 25,5 за коэффициент 1.94. Эту ставку можно поставить в BetCity прямо сейчас. Вот. Кто хочет ставить, кто не хочет ставить, это мое мнение. То есть, мне кажется, там будет много фолов. Ну все, пошел я дальше ловить рыбу, блядь, сука, пусть только она, блядь, не клюнет. Всем пока.